Еще. Радужку делаю, с нее поднять надо, опять размонтировать. Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Послание к евреям, 11 глава, с 24 по 26 стихи. Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Так, прошу прощения, на ту кнопку нажал. 13. Ольга сидит, караулит. Молодец. Голова тут. Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Послание к евреям, 11 глава, с 24 по 26 стихи. Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Приема жду в приемной, мне откажут безбожные помощники судьи. Позор презрения к людям их замажет, расплата ждет всех черствых впереди. А верующий в обстановке тяжкой не возроптал с молитвой в моготу. Мне слышен ропот тех, кто в коридоре страждет, не рай желают им, а быть в аду. Метется очередь, сметая предыдущих, вскипает зло к правителям злосчастным. Здесь безысходность нависает тучей, безделье всех заглатывает пастью. Крапленые тузы и короли, без очереди за высокой пайкой, золотоискатели за истиной пришли, в прихожие мнут их заскорузлой пяткой. Бессовестная власть руководит принятием грабительских законов. Клан мафиози во главе бандит, ночь проблудившая восседает сонный. А что ему бурлящая толпа, ограбленная так демократично? Он выполняет в грабеже свой план, ждет жадно взятку, подхалимов ищет. Что говорить? Язык переводить, глаза мозолить извергом пузатым, они еще не знают мой вердикт, с какой статьей пришел я их сосватать. Украденное время мне вернете, попросите принять от вас даяние. Моя обязанность стричь озверевших ногти, иной закон достать, священное писание. Мучительство сатрапов окаянных, дай сил мой Иегову одолеть, не извелюжить мысль, а донести бы прямо, не зная, ждут меня они уже 100 лет. 18 января 2005 год, Игнатий Латкин.
читает, даже у меня такие долги, глупые, писатель там, известно, и говорит, какой богатый у вас словарный запас. А я об этом уже никогда не думаю. А другие начинают и сидеть, пишут, ну, правильно, у него не больше там, может быть, 100 или 70 слов. То есть, там... Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Тема «Старообрядцы», том 12, вопрос 2644. Каким вы видите будущее древнеправославной церкви Христовой в России и мире? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Цитата. Хотелось бы питать надежду на объединение старообрядчества. Мы, люди, уже соединенные общим историческим прошлым, одинаково трагичной судьбой и, главное, приверженностью к древнеправославию, должны поступиться личными амбициями и смириться с какими-то человеческими слабостями. Мы должны руководствоваться исключительно интересами церкви и заботой о ее сохранении и развитии. Здесь у русского древнеправославия мы видим большое будущее, насколько это будет угодно Богу. Но и в этом случае, если старообрядчество будет умаляться, до конца не исчезнет идея старообрядчества. Идея старообрядчества, идея верности древней церковности будет всегда привлекать новых членов в Христову Церковь, и так будет, пока еще стоит этот мир. Конец цитаты. Комментарий Игнатия Лапкина. Если бы Андриан был возрожденным человеком, то разве стал ли бы он так колесить по задворкам истории? Да вопрос-то какой чудный. Только бы и ответить, что нам нужно объединение со Христом Евангельским, а не со старообрядчеством. Не с иконой Ярое Око, не с Никоном с Черной Горы. Послание Ефесянам, 3 глава, 19 стих. И уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божию. Послание Филиппийцам, 4 глава, 13 стих. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Филиппийцам 3:8. «Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». Послание Римлянам, 8 глава, 35 стих. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Пауза небольшая, что-то у меня. Горло пересыхает. Я просил в прошлый раз, Сергей, если можешь, не называй глава стиха. Допустим, переписан 3:8. А в общем, набирается уже солидно времени. Хорошо. Тщеславные в надежде на себя планируют успех. Планируют успеха в пятилетке. Мы, человеки в немощах, в скорбях, одумаем, бессмертные атлеты. За много лет загадывать привыкли, бахвалиться о прибылях в торговле. Овца паршивая, бодучие быкли, для хвостуна они кубышки в поле. Им прибыль главная по дальним городам, торговля жизнью, что на двух руках. Слух обостренный, истинный радар, о месте выгодном, где деньги как река. Хвастливо пыжится, снует челнок, туда-сюда по заграницам дальним.
Стат спекулянт, Меркурий им помог, торговли бог, как скорпион их жалит. Прилижет удовольствием земным, накроет шапкой чудо-невидимкой, потом ужалит хитро измошены, и несмотря на стаж нас. Потом ужалит хитро измошны, и несмотря на стаж на свалку кинет. А ты хвалился прибылью в проекте, что старых житниц и сберкнижек мало. Не знал, такой у смерти на примете, инфаркт и киллеры нацеливают жало. Зачем тщеславиться уверенностью в завтра, когда не ведаем, слезнем ли сладость с ложки, в мечтах челночных вояжеры Африк, в действительности гроб к утру уложат. Скажи смиренно, если то угодно не мне, а Богу, Он властелин времен, и если здравия подаст погоду, тщеславием не буду ослеплен. Перекрестившись утром у порога, сиюминутным прахом себя осознавая, прошу благословения у Бога, пусть воля сбудется на мне его благая. 9 февраля 2005 год. Игнатий Лапкин. Ни одного стихотворения с вами признать не могу. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Мы двое тут хоролы. Вот где я. Книга «Открытым оком», том 12, вопрос 2645, тема «Старообрядцы». Говорят, что официальная Русская Православная Церковь есть бывшие агенты КГБ. Как эта организация использовала в своих целях старообрядчество? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Олимпий. Кавычки открываются. Конечно, они пытались использовать и нас, но работали с нами по-другому, чем с патриархией. Политика была такой. Старообрядчество вовремя само, если так сказать, нейтрализовать его активных деятелей. Были запугивания, вызовы на ковер. А несколько, в кавычках, своенравных священнослужителей в начале 1980-х годов были попросту убиты. К сожалению, ущерб от тех потерь мы ощущаем до ныне. С этим связан еще один интересный момент. После августа 1991 года Верховный Совет России организовал комиссию по расследованию деятельности КГБ в церкви. Она тогда обнародовала много материала, но после событий октября 1993 года в новом парламенте комиссия возрождена не была. Более того, ее предстоятель Якунин был подвергнут гонениям. Более того, ее председатель Якунин был подвергнут гонениям, а соответствующие архивы закрыты. Так что история старообрядчества советского времени во многом продолжает быть белым пятном в новейшей истории России. Далее Игнатий Тихонович Лапкин. Если ты им будешь свидетельствовать о Христе, то они прогонят тебя и не будут больше вербовать. Говорю по собственному опыту. Книга Деяний 5.28. Не запретили ли мы вам накрепко учить о имени сем? И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь того человека. Луки 5.15. Но тем более распространялась молва о нем, и великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих. Вот маленькие замечания, подожди-ка назад. Вот поверни, где сейчас считал. Пониже, смотри. Не запретили ли мы вам накрепко учить о имени Сем? Накрепко запретили. А у тебя получилось так. Не запретили ли мы вам накрепко так
накрепко учить о имени. То есть ты не туда ударение сделал, и совсем по-другому пошло. Ты внимательно гляди. Это большой смысл здесь в этом. Отошел. Хорошо бы стать начальником большим, кресло заиметь и секретаршу, сразу все проблемы разрешить и прадедушке на голову стать старше. Свой бы не ломать тогда хребет, на лесоповале век не надрываться, на меня никто с утра не наорет, стоило мне шевельнуть лишь пальцем. Спроса нет за качество и сроки, из командировок к морю не вылазить. Говорят, с меня нигде нет проку, но зато из грязи сразу в князи. Но, читая Библию, остыл, столько в ней угроз на нерадивых. Поразвеялся начальнический пыл, вырисовывается страшная картина. Что за все мне и за всех ответить, перед Иеговой на суде придется. Не на пользу стаж мной многолетний, кости пережгут там на известку. Спросится, когда не доплатил, не облегчил, не улучшил быта. Не изо всех и не изо всех старался сил, подгребал все к своему корыту. Ржавчиною золото покрылось, что считал сокровищем, исчезло. Суд без милости, не оказавшим милость. Что за польза от двуспальных кресел? Бунт и недовольство от рабочих, стон от раскулаченных крестьян. Сколько наказания мне пророчат, жезлом бьют по телу, по костям. Хорошо, что не игумен я, не был в демократах, в коммунистах, в Кремль не рвался, не святой маньяк, должность только как кошмар приснится. 24 января 2005 год, Игнатий Лапкин. Ты еще увидел, а то мы пишем. И оно точно сюда все подходит. Сейчас гляжу на это, ужас. Осталось-то черновиков-то мало уже. Сколько мало? Сейчас я скажу, сколько. Ну, минимум 4, наверное. 4. Черновики, которые я писал. Так. Игнат Тихонович, тут это не по старообрядцам вопрос попался. Что, ну, читать, не читать? Читай. Куда его? Читай. Я разберусь сам. Даже если туда не попадет, об этом речь идет. Тут видишь сравнение. Вот за этими следили, за патриархией. А за вами следили или нет? А куда отнести? То и другое. Ну, указывать, что тема старообрядцы в этом или не надо? Или к другой теме отнесем? Ты пока считай, как будто бы оно в теме есть, а там я уже разберусь. Да можешь не говорить, в какой теме, просто пропусти это. Остальное все так и считай. Хорошо. Молодец. А точно не забудь. Книга «Открытым оком», том 12, вопрос 2646. Планируете ли вы встретиться с патриархом Алексием II? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Цитата. Решение о возможности встречи с патриархом Алексием II может быть принято в зависимости от выводов и предложений, которые сделает эта комиссия. Так это вопрос, далее, Игнатий... вопрос к митрополиту Старообрядческому, так что все на месте. Да. Топтались.
Далее говорит Игнатий Тихонович Лапкин. Заранее нужен план и перечень вопросов. Первое. Когда начнем руководствоваться не замыслами масонов, а Библией? Второе. Когда рождение свыше будет означать не крещение только, но уверование во Христа, как в лично твоего Спасителя, что приписывают сегодня баптистскому учению, но поистине может быть принято любым православным. Когда будем все до единого живыми свидетелями Иеговы Бога истинного? Четвертое. Жертва Христа не в чаше только, но кровь Его на Голгофе за нас пролитая спасает. Ни крестные ходы, ни храмы и мощи приводят на небо. Пятое. Прекратить кощунственные канонизации. Евреям 9:22. Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения. 1 Иоанна 1:7. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровью Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Пустота у ног моих с утра, в неудачных родах сдохла кошка, грела ноги ласково вчера, и котятам без нее смертельно тошно. Малые потери и пожары давят нас к тому, что очень прочно. Смерть по закромам свободно шарит, к своему сидельцу приторочит. Список черный из моих потерь, многое соднит десятилетия. Начинают розоветь теперь, протирают очи, там от слез ослепли. Все, с чем добровольно расстаемся, при потере иначе соднит. Жалость проскорбет чужою кошкой, неуютно. Жалость проскребет чужою кошкой, неуютно в пустоте одним. Но не забывая свою тленность, скоро приходящие застолья, возбуждаем о загробном ревность. Впереди потерь маячит сколько. Чем скромнее и беднее в храме, значит и потеря будет легче. С чем срослись, оно наносит раны, режет при уходе и калечит. Каждый день некрологи в газетах, и сочувствие не мертвым, а живым. Полюс расставания гасит свет нам, режет, связи превращает в дым. Скорбь несносная к Иисусу приближает, к небу заворачивает ликом, благодарность станет урожаем, закалит и сделает великим. Положу к ногам пока что грелку, углублюсь в священное писание, ладаном потянет, не горелым, из потери мой рассвет в осанну. 18 января 2005 год, Игнатий Лапкин. Вот это стихотворение как раз сегодняшнего состояния о тебе. Тебя нету, ты не выходишь 5 минут, уже 10. И я тут начал говорить, вот сколько Сергей тянул всего, и сразу ощутилось, потеря твоя многое для меня значит. Еще я сказал, неизвестно, Сергей живой или нет. Если какой конфликт с кем-то где-то был, то тут и запутаны еще и собаки у него. Так что прими это все к себе, чтобы тебе в рот отравы не положили. Ужас какой, представь, мужик подошел, говорит, из руки все взял в рот, ему зажал рот и заставил все съесть. Так главное, что я-то был такой слабый. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Тема «Старообрядцы», том 12, вопрос 2647.
Какова была ваша позиция, какова принципиальная позиция Старообрядческой церкви по современному политическому процессу в России? Эти вопросы задают предстоятелю, митрополиту Олимпию. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Цитата. Видимо, Олимпия этого, да? Да. Безусловно, воля Божия так или иначе проявляется и в политических выборах. Еще одна в кавычках цитата. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога установлены». Сказано в послании святого апостола Павла к римлянам. Но в этих словах нет призыва к христианам участвовать в политическом процессе. Наша церковь старается не вмешиваться в вопросы политики. В частности, самвонов священники не навязывают прихожанам своих политических симпатий. На исповеди не требуют отчета о том, кто как голосовал. Каждый христианин волен делать выбор самостоятельно, в том числе в своем личном участии или неучастии в голосовании. Сегодня в старообрядческих храмах рядом стоят и вместе молятся и те, кто голосует за, и те, кто против, и те, кто против всех, включая и тех, кто на выборы не ходит. Политика не должна отлучать от Бога и раскалывать церковь. Тем более, что в главном наши прихожане едины, и они не станут голосовать за воинствующих атеистов, за прямых безбожников, за тех политиков, кому безразлична судьба России. Свобода выбора, предусмотренная современным законодательством, это историческая победа нашего общества. Мы, старообрядцы и вообще все верующие люди, многим обязаны этой свободе. Не стоит об этом забывать. Но с другой стороны, важно, чтобы свобода не превращалась во вседозволенность, которая чревата большими духовными потерями. К сожалению, мы это уже видим и как можем боремся с этим. Кавычки закрыты. Игнатий Тихонович Лапкин. История показала, что если нет твердой веры, нет фундамента евангельского, то люди пойдут куда угодно и будут голосовать за кого угодно. Деяние 22:22. До этого слова слушали его, а за ним подняли крик, говоря: «Истреби от земли такого». Так, простите, Деяние 22:22. До этого слова слушали его, а за сим подняли крик, говоря: «Истреби от земли такого, ибо ему не должно жить». Третье царство 16:22. «И одержал верх народ, который за Амрия, над народом, который за Фамния, сына Фанарова, и умер Фамни, и сына Ганафова, и умер Фамни, и воцарился Амрий». Судей 9:16. «Итак, смотрите, поистине ли и по правде ли вы поступили, поставив Авимелеха царем? И хорошо ли вы поступили с Иероваалом и домом его? И сообразно ли его благодеяниями поступили вы?» Сказками нас пичкали с пеленок, держали в мире призраков и леших, эксперимент творят над подчиненными, кто оболваненных действительно утешит? Потом, принявши истину Христову, стал по-иному сказки понимать. Желание пленных вдруг разорвать оковы, водой живою мертвых поднимать, из Золушки в красавец несказанных чудесно превращаются их личики, и нет нигде ни строчки из Писания, и даже мертвые никто Христа не ищет, а Он, всесильный чудо-богатырь,
связавший сатану клевретов адских, пленяет пленных, водворяет мир, живой водою слово вводит в Пасху. Я словом Божьим мифы расшифрую, сдеру покров с давно известных сказок, творят чудесное Христа Иисуса руки, и сгинут большевистские миазмы. За 3-9 морей не надо домогаться, жар птицы хвост не нужно ночью драть. В тиши и на коленях мы добываем счастье, по главам и стихам нам жемчуг собирать. Сокровища несметные по вере получив, в невесту Божию горсть праха превратится, пирог из щуки, булки из печи, из той, что двигалась, там двигатель нечистый. Христос и Библия все сказки разрубили, развели туман пустых желаний, тьма сказочная там, где не обрящешь Библии, персты неверия простри крестовым дланям. Мы все участники событий неземных, свершившихся не с кем-то, лично с нами. Царю царей мы дочери, сыны, любовь, Голгофский крест, его любовь над нами. 6 февраля 2005 год, Игнатий Лапкин. Так, перерыв 2-3 минуты. Говорит, не стесняй человека.
ворота. Вот здесь ей пролезть надо в дырку, а та ее перед караулит стоит. А она и кто? Никто. Двоюродная внучка. Стала стоит дальше. Неохота. А та, интересно, как нависла над ней. Караулит, вот она. А ты когда будешь это? Да, сейчас позавтракаем. Всех накормлю еще. Понятно. Мы утром проходим здесь, считаем. Сейчас я тут Ольге открою. Ольга Николаевна, ты как на вахте сидишь. Молодец. И главное, без очков. И все, гляжу, ни разу почти не промазала. Следить, чтобы Сергей считал правильно. Но интересно так. Это тебя разнообразием жизни-то хорошее. В гости ко мне сегодня едет троюродная сестра, почти ровесница, с Вылково. Так вот, должна позвонить, мне ее встречать надо. Ну, может быть, успеем с Сергеем еще все дочитать. Ну да, это стихотворение на это есть. Что у меня иконостас маленький. Там у меня было икон 90 человек. Или больше. Я уходил, что-то. Он Сергей пришел. Что говорили тут? Да, Сергей Павлович, ко мне гостья должна приехать, позвонить, тогда я, наверное, или махну рукой, или чего, не знаю, как сообщить-то. Не знаю, когда, но должна вот утром. Мне ее встречать, она здесь не была практически, проездом. Ну, понятно. Ну, не беспокойся, я перехвачу вахту. Хорошо, я или напишу, или как-то скажу тогда между перерывами. Да, молодец. Ты мне всегда нравилась. Хорошая ты. Так. Слава Христу. Слава. Так, ну что, продолжаем, да? Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Том 12, вопрос 2648. Тема «Старообрядцы». Что вы могли бы пожелать русским патриотам, читателям газеты «Завтра»? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Это цитата. Не я, Олимпий, митрополит отвечает, кавычки. Это я беру. Ну, я говорю, цитата, да, говорит Олимпий. Да. А я его так, слова. Патриотическое чувство очень важно иметь каждому человеку. Любить свою родину, независимо от ее недостатков, болезней, дефектов, следует так же, как свою мать, которой прощается все. Но любовь должна подтверждаться делами, желание сделать лучше, конкретными инициативами. А потребность что-то исправить принципиальной активной позицией. А самое главное, необходимо определиться с приоритетами, предпочесть духовное, вечное, временному, суетному, материальному. Ну и, конечно, желаю всем читателям газеты глубокого, непредвзятого изучения истории, которое поможет понять жизни глубже и использовать опыт наших отцов в устроении собственного бытия и благополучия общей Родины, Святой Православной Руси. Завтра должно стать лучше, чем вчера. Восклицательный знак. Далее комментарий Игнатия Лапкина. Ответ советского номенклатурщика. Почему не сказать бы
не сказать было бы им о Христе, о скором его пришествии, чтобы сотрудники редакции примирились с Иеговой через жертву Христову. Евангелие от Марка 1:15. «Исполнилось время, и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие». 2 Коринфянам 5:20. «Итак мы, посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевая через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом». Почтальон, безмолвный говорун, хромоногим лучшая подпорка. Жду его сегодня поутру, сморщились распахнутые шторки. Как же ждал посыльных первый век, от апостолов их писем и посланий, хлеб голодным, помощь для коллег, замерзающим евангельское пламя. Так и вижу в сумке почтальона тайные рыбацкие рассказы. Входит в комнату размашисто поклоны, свитки рассургучивают сразу. Затаив дыхание на повторах, просят заново письмо перечитать. Вмиг на ксероксы от корки и до корки переписано послание в тетрадь. Словно искры множатся послания, тайно переправлены знакомым вертолетом, пешими, ослами. Слову Божию нет уз, все это помнят. Кто бы ты ни был, ты ученик Христа, ты и письмоносцем будь усердным, донеси в темничные места весть благую до живых и мертвых. Как прекрасны ноги, что несут слово Иеговы, толкование, приближение, возмездие и суд возвещается апостолом и нами. Ноги благовестников прекрасны, тундру прошагали и пустыню, проповедь идет не как по маслу, главное, чтоб сердцем не остыли. В сумке благо наше, компакт-диски, Библия начитана с усердием, слушают ответ с поклоном низким, почтальон спасет нас от смерти. 28 января 2005 год. Игнатий Лапкин. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком», том 12, вопрос 2649, тема «Старообрядцы». Можете ли вы спустя месяц после своего настолования назвать главные задачи, стоящие перед РПСЦ? Русской Православной Старообрядческой Церковью. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Цитата. «Проблем наболевших очень много. Неразвитость просветительского, издательского и образовательного дела. Отсутствие значимых социальных программ. Недостаточность проявлений христианского милосердия, социального служения. Восстановить все это – наша перспективная задача. Но есть и злоба дня. Вопросы, которые нужно решать срочно, скажем, судьба Рогожской слободы, где находится наш духовный центр.
Здесь нам выделена обширная территория с множеством зданий, исторически принадлежавших к нашей церкви, пребывающих в тяжелом состоянии. Предстоит сложная реставрация рождественского храма, колокольни. Продолжится реставрация росписи Покровского собора. Необходимо решить вопрос о дальнейшем использовании всех возвращенных зданий, учитывая и интересы города, всего общества. Причем желательно успеть многое сделать в течение года. Ведь в апреле 2005 года мы будем торжественно отмечать столетие распечатания алтарей рогожских храмов и издания впервые в России царского манифеста об укреплении начал веротерпимости. Кавычки закрыты. Комментарий Игнатия Лапкина. Вопрос о просвещении, хотя и есть в ответе, но за ним стоит совершенно не евангельское понимание, что видно во всех съездах, конференциях и соборах старообрядцев. Пусть они прочтут все 28 глав Деяний апостольских и мысленно перенесут к себе апостолов или сами напросятся к апостолам. Они же апостолов к обеду объявят еретиками и отлучат от церкви, если они не перейдут в Белокреницкую митрополию. Говорят об образовании, а имеют в виду пение Крюкова и иконографию, знание устава своего. Отнюдь не проповедь евангельскую, а позднейшие наслоения. Галатам 2.14. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех. Филиппийцам 1.27. Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне приду ли я и увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. Учитесь спрашивать, не будьте безразличны, не будьте скучными всезнайками тупыми. Примеры, слышанные до особы личной, пусть интерес и старость не отымет. Слепой, осыпанный привычными толчками, с утра он мельтешится под ногами, проходит взвод, подковами чеканит, он слышит отзвук эхо, стоны камня. На этот раз и гвалт, и топот странный, он вопрошает, силясь распознать, кто в центре у такой большой охраны, пешком, однако, здесь не ходит знать. Иисус из Назарета, ходящий с лазаретом, слепец отчаянно с испугу завопил. Теперь он Бога славит, весь осиянный светом. Хватило бы до смерти не охладить тот пыл. Мой интерес о пользе для души. Каким путем успех к другим прибился, за опытом к иным в путь сухари сушить, или вернее в храме преклониться. Чего не смог добиться столько лет, увидел этот сорт сосу соседа, он вроде не такой уж и атлет. Чего не смог добиться столько лет, увидел этот сорт сосу соседа, в саду соседа, он вроде не такой уж и атлет, но именно к нему пришла победа. И вдруг я узнаю, что он христианин, достигнутое все приписывает Богу, был в дружбе с алкоголем, вдыхал и никотин, сын познакомился с монастырем Острогом, но слово проповеди к ним вошло врасплох. Пробила брешь, заваленная хламом. Стыд победив, он вслух склониться смог. И этот день рождения теперь считает главным. Беседы не одна, Бог высветил до дна, в какой гордыне жалкий и влачился, в какой гордыне жалкий я влачился. Жизнь ужасает прошлое, пахнет в кошмарных снах, с чела, с руки,
стираю антихристовы числа. 30 января 2005 год. Игнатий Лапкин. Так, 2 минуты отдых. Игнатий Тихонович, вы здесь? Так, Оля, все. Так, начинаем. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Тема «Старообрядцы», том 12, вопрос 2651. Владыка Андриан, чего, по-вашему, до сих пор не поняли в старообрядцах окружающие? Ответ. Кавычки открываются. Боюсь, что список может оказаться слишком долгим. Начнем с того, что наша церковь русская и православная. То, что мы вынуждены были стать старообрядцами, лишь результат стечения исторических обстоятельств. Но веру-то мы содержим ту же, что и преподобные Сергий Радонежский, Александр Свирский, Кирилл Белозерский и благоверная Анна Кашинская. Это вера, взятая из Византии, в которой за столько веков ничего не изменилось. Речь не только об обрядах, книгах сейчас найдем. И богослужебных чинах. Есть еще такие понятия, как дух церкви, подлинная соборность, свобода, остающаяся свободой даже в гонениях. Акцент на обрядность не отражает полноты наших отличий от, скажем, патриаршей церкви. Второе, о чем хочется сказать, растущее общее непонимание между миром современным и миром традиционным. Мы, члены Церкви Христовой, не можем возвести забор между собой
и гибнущим миром и спасаться, так сказать, корпоративно. Мы должны ежедневно напоминать сами себе слова Святого Евангелия. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Наш долг – идти и пробуждать в современниках веру, проповедовать Христа. Но как это делать? Очевидно, так, чтобы сограждане перестали воспринимать нас как чудаков, продолжающих спор 300-летней давности. Мы сделали свой выбор в пользу древней традиции православия и готовы об этом рассказывать всем на современном языке. Тогда, может быть, одним непониманием в мире станет меньше. Кавычки закрыты. Далее комментарии Игнатия Лапкина на эти слова Андриана. Если Андриан духовный человек, то не может же он не понимать того, что он сам сказал. В этих словах его приговор всему старообрядчеству. Ибо как раз этим его словам они все 350 лет и противились, и яростно сопротивляются сегодня. Рассказывать нужно не о древней традиции, а о Христе, проповедовать Христа. Далее Игнатий Тихонович приводит еще раз ему цитату Андриана. «Наш долг идти пробуждать в современниках веру, проповедовать Христа, но как это делать?» Как это делать, подчеркнуто, выделено жирно, вернее. Этому старообрядцы не учили и не учат. Деяния 4.12. «Ибо нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Матфея 10.32-33. «Итак, всякого, кто исповедует меня пред людьми, того исповедую и я пред Отцом моим небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим небесным». Римлянам 10 глава 9-10 стихи 14-15-17. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Итак, вера от слышания... А слышание от Слова Божия. Чистый лист на столе, и на нем карандаш. Даже ночью дежурят, примостясь к телефону. Ожидание мое то пожара, то краж. Так хотел умудриться прожить без урона. Мысли новые птицы случайно и мелькнут. Но и тень их желал зафиксировать в память. Чуть сигнал их, лаская друг к другу, прижму. Белый лист и перо не позволят им кануть. Чуть едва не успел в суете растворяться. Уже новые мысли плывут рассуждения. А сверкнувшего след за решетчатым пряслом только частью хватил, что не купишь за деньги. Снова комнату мерить привычкой тюремной, по горячим следам успеваю лопатить, нить тяну от библейских событий нетленных, все дороги не к Риму, к Голгофе, к распятию. Часто проповедь знаю уже на зубок, и заранее ждущих себе представляю, как стоящих лицом развернуть на восток, указать на Христа, не на храмовый глянец.
Чистый лист испещрен пережитыми днями, на уступах почти незаметны следы. Не привык сиротою невнятное мямлить, и не стоит незнанием плетень городить. Что по Библии, да, будет, да, на листе, в благовестии, да, и по жизни лишь, да. Ну а если же нет, значит, нет во Христе. Там по злачным местам не ступала нога. Слышал, рукопись будто в огне не горит, но сгорит вся земля, словно щепка в печи. Жив вовеки лишь тот, кто в Иисусе сокрыт, в благодати доплыл и почетно почил. Мысли, думы озвучить на пользу хотел. Сонмы критиков вызвал и сон критиканов. Да не будут слова, словно души без тел. Благовестие день, воплощение настанет. 28 января 2005 год, Игнатий Лапкин. Как бы вот так вот прочитать-то, чтобы... Я говорю, отвечает Игнатий Лапкин, тут кавычки, и некоторые подумают, что эти кавычки относятся к Игнатию Лапкину-то. Всякий тот раз-то Игнатий Тихонин, это не я говорю, то есть кто на слух, то он может не воспринять. Может, просто надо ответ говорить, а потом кавычки открываются. Не упоминать Игнатия Тихоновича. Ты же вначале-то там говоришь, что открытым оком. Да, книга «Открытым оком», автор Игнатий Лапкин, наверное, да. Вот так. А тут просто ответ, кавычки открываются. А потом уже комментарий Игнатия Лапкина, ответ. Да. Тут надо, понимаешь... Кому вот этот вопрос-то? Почему вы так стойко? То есть, как будто бы вопрос-то к Игнатию Лапкину, ты понимаешь? Вот. А этот-то вопрос-то не к Игнатию Лапкину, а к старообрядцам. Почему вы стойко держитесь за старую веру? Так Игнатий Тихонович, он за нее не держится-то. Понятно, мы-то с тобой понимаем все, а вот слушатель, он может немножко... Вот Игнатий Тихонович мне говорит, читай, не читай глава стиха. Я дал одной женщине листочек. Там какой-то там, или о благовестии, или это помнишь, газетки распространяли. Она меня спрашивает, а вот эти вот циферки тоже читать, ну там, римлянам, там, Рим, тык-тык, то есть она это воспринимает как вот мантру какую-то, которую тоже циферки тоже нужно прочитать, чтобы что-то у нее там щелкнуло, поменялось. То есть она не понимает, что это цитаты это из Библии, это вот это вот Рим, Тим, Кор. И говорит, тоже надо читать обязательно. Я вот это вот напомню. Ладно. Господи, благослови. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Автор Игнатий Лапкин. Вопрос 2652. Тема старообрядцы. Почему вы так стойко держитесь за старую веру? Ведь мир меняется, с ним упрощается и обряд. Ответ. Мы внимательно наблюдаем за процессами, происходящими в новообрядческой и других христианских церквах. И мы неизбежно приходим к выводу, что попытка компромисса с духом времени приспособленчества неизбежно приводит церковь к обмерщению. Мы храним не только древнехристианские формы богопочитания, двуперстие, трехпогружательное крещение, хождение во время обряда по солнцу, по часовой стрелке газета, но и
соответствующий евангельскому и святоотеческому учению дух любви, послушания, милосердия и всех христианских добродетелей. Ответ закончен. Далее этот ответ комментирует Игнатий Лапкин. И ни слова о том, что старая вера не обряд, а именно апостольская, та самая старая, какая была в первом веке. А о той вере старообрядцы понятия никакого не имеют и в ней не нуждаются. Они держатся за времена князя Владимира, считая ее за эталон. Филиппийцам 1.27. «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне приду ли я, увижу вас или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую». Галатам 2.14. «Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех: если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски? Скажите, что ночью Христос не воскрес. Добавьте, что да, виноваты, проспали, что в сеть завернувшие тело и крест пещеру к утру рыбаки опростали. И деньги, приварок к сухому пайку, начальнику стражи и всем рядовым, здесь выдумка все, а от правды лоскут, могила пуста, остальное же дым. Подкуп и взятка у власти на пятках, за деньги лоббисты продвинут закон. От взглядов вчерашних бежит без оглядки иной голодранец почти босиком. Продажные, рыжие, черные шлюхи из слага нашили трусишки бесплатно. Христопродавец по статусу Плюшкин, глядишь, президент и назначит в Пилаты. А совесть сожженная, первопричина, голоса Божия вовсе не слышит. Личности нет под копирку личины, с красными рожами, черные, рыжие. Деньги сгорели, пропали и пенсии. От бальзамации прошлых дефолтов сколько убили, голодных повесили. Скольких убили, голодных повесили. Союз расчленили, смеясь на осколки. Когда-то пузатые и красномордые были же, были детишками пухлыми, Бога не знали, грехами их сгорбило, ад отрицая, в гиенну и рухнули. Кто примирился с небесным Отцом, жертву Иисуса принял на Голгофе, власть солдафонов плюет им в лицо. Не слышали камня, упавшего грохот? Спасением торгуют прожженные души. Им страх, обличение на смертном одре. Неверие лед, как крещенская стужа. Из деточек вырастет диких зверей. 5 февраля 2005 год. Игнатий Лапкин. Минутка отдых.
Я, наверное, буду говорить ответ старообрядцам, ответ, отвечают старообрядцы. А потом вот буду говорить, комментирует Игнатий Лапкин, наверное, так. Потому что спрашивают обычно Игнатия Тихоновича, и отвечает обычно Игнатия Тихоновича. Тут ладно, так буду говорить. Ответ старообрядцев. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком», тема «Старообрядцы», вопрос 2653, том 12. Как старообрядцам удается передавать веру детям? Ведь их мир влечет с удвоенной силой. Ответ старообрядцев. Мы и сами, когда были детьми, испытывали, как манит, влечет к себе этот мир. Сад, полный запретных плодов. Трудно устоять. Современные дети не привыкли к ограничениям. Особенно чувствуется притяжение со стороны современной техники, плеера, телевизора, компьютера. Наши дети живут в этом мире, ходят в обычные школы, где нельзя избежать этого влияния. Но мы в меру своих сил стараемся их предупредить об опасности. Стараемся их с детства приобщить к церкви, тихому пристанищу для спасения. Конечно, многое зависит от личных качеств человека, но многое и от семьи. Почитание родителей – библейская заповедь. Это важная часть воспитания. Далее Игнатий Тихонович Лапкин комментирует этот ответ. Андриану нужно походить к сектантам и поучиться, как они работают с детьми. Ребенка нужно не с церковью только знакомить, но в первую очередь со Христом, с Библией, и помочь ему приблизиться к совершенству, родиться свыше и жить по святым евангельским заповедям по любви, а не потому, что зачем-то нужно молиться, стоять длинные непонятные богослужения. Зачем это нужно плотскому человеку? Евангелие от Иоанна 3:7. «Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше». 1 Иоанна 5:4-18. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир, вера наша. Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему». Столько паразитов развелось на моей сторожевой собаке. Может, это ей прибавить злость, отбивать от недругов атаки? Так и мы поникнем от клещей, блох насобиравшие по сектам, будто мумия, останки от мощей, к смерти приближаемся нередко. Высвети кровосос... вывести кровососущих трудно, ей самой и деткам не под силу. По рецептам развожу в посуде, добавляю мыло с керосином. И теперь, свободная от мрази, ластится, полезной может быть. Тот не видит, где бельмо без мази, сам давно, быть может, паразит. Сколько разного понатащили в храм, что высасывает силы из народа. Пользы от него нет ни на грамм. Пользы от чего нет ни на грамм. Из здорового там делают уродом. В Слове Божием прямые указания. Ноги благовестием осветить. Место первое священному писанию к
Кто посмел духовно оскопить? Черные монашеские тучи высосали лучшее в Египте, тысячами сразу и поштучно мумиями за стенами гибли. Православие давно на ладан дышит, тянутся паломники к святыням, замурованные наглухо не слышат, согласись с участью скотины, согласились с участью скотины. После исповеди снова за грехи, столько паразитов предрассудков, я ли не кричу о том, совсем охрип, проповедовать готов в любое время суток. 31 января 2005 год. Игнатий Лапкин. Так, здесь тоже отвечает. Кто вот отвечает-то? Дугин? Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Тема «Старообрядцы», том 12, вопрос 2655. Интерес к старообрядчеству среди определенной части русской интеллигенции в последние годы возрос во многом благодаря статьям и выступлениям Александра Гирьевича Дугина. Как вы оцениваете деятельность этого философа и общественного деятеля? Ответ. Кавычки открываются. Та откровенность и историческая правда, которая прозвучала в публикациях А.Г. Дугина, меня очень поразила в свое время. Я очень высоко ценю его смелость, эрудицию, богатые исторические знания, а самое главное – активность, которая не достает нам, старообрядцам. Разумеется, мы не можем считать Александра Гиревича своим, потому что он является прихожанином единоверческого прихода Московской Патриархии. Тем не менее, у нас всегда находится о чем поговорить при встрече, и наши стремления и планы во многом созвучны. Конец цитаты. И эту цитату старообрядцев комментирует Игнатий Лапкин. У старообрядцев единственная и главнейшая проповедь с каждым встречным и поперечным. Ты еретик, переходи к нам. И это у них во веки веком. И если к ним расположен человек и понимает все правильно даже о них, но не с ними в одном храме, то он далек от них. И они его видят только погибшим, потому что в их представлении Бог только старообрядцев любит и сам похож на старовера. Числа 23.19. Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтоб ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит. Марка 9.40. Ибо кто не против вас, тот за вас. Желание мое и о народе русском, ему во благо вечное на пользу. Путь в царствие не я же сделал узким, сушко игольное, не меридианов кольца. Но если сбудется, о чем уже сказал,
За этим могут войны быть и голод. Повыплачет страна свои глаза, когда последний сын пред ней будет заколот. Пленение косоглазой желтизны и черноты кинжальной очень грозной. Дочь изнасилуют, князей будут казнить. И это все на благо и душе на пользу. Так хочется ли быть в раю спасенным от ржавчины, очищенным при жизни? Глоток искать в разбитом водоеме, акафисты не петь прошедшим коммунизмом. Гнев Божий выхлебать и чашу опрокинуть, облизывая жадно черепки. «Спаси и сохрани» стал лозунгом прокимным, когда отнимет враг последние портки. Да было бы все это к покаянию, к принятию распятого Иисуса. Разбойничали львы, теперь в звериной яме от темноты и зрение потускло. Желаю зрение духовное добыть, и Библию в руках иметь, и в изголовье всем сердцем и Иегову полюбить. Он пусть Россию в сеть свою ловит. А будет ли в чертогах и в лачугах достаток полный или нищета, нужду Бог знает, скоро уврачует победы в поражение засчитать. В слезах с желанием в молитве исхожу, мой вопль достигнет ли слух Бога Саваофа, в меня поток хулы, иду как по ножу, спасение России, вот моя Голгофа. 30 марта 2005 год, Игнатий Лапкин. Вот этот вопрос пропустили, получается. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком», том 12, тема «Старообрядцы». Вопрос 2654. Владыка, кстати, чем занимаются ваши трое детей? Ответ владыки. Сын работает в сфере снабжения, старшая дочь занимается в Академии культуры, младшая учится в 7 классе общеобразовательной школы и посещает занятия в школе художественной. Вопрос. То есть вполне современные молодые люди? Ответ. Не вполне, но все-таки они старообрядцы. Комментарий Игнатия Лапкина. Никогда и никто из старообрядцев за 350 лет и в будущем до конца царства Антихриста не может сказать слова Павла. 1 Коринфянам 9:22-23. Чего не так? Не сможет. Не сможет? А я сказал, не может, да? Так, простите. Никогда и никого, никто из старообрядцев за 350 лет и в будущем до конца царства Антихриста не сможет сказать слова Павла. 1 Коринфянам, 9 глава, 22-23 стихи. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех
Я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его. Не оставляйте молодых одних, зеленых, неокрепших и бесстрашных. Пусть целомудрием украсится жених, жив с нераздавленными ятрами барашек. Девицу, девушку, особенно красивых, храните, выходы отрезав запасные, иначе скрежетать, рыдать в бессилье, камней курган опять на чьем-то сыне. Не доверяйте шаловливым детям и прячьте спички, не играть с огнем, что в темноте свершат, природа все осветит, позором обличение согнет. Ни терем, ни светелки и ни башни преградой не служили наглецам, привыкшим сеять на чужую пашню без спроса матери и грозного отца. Из века в век творится под копирку, не залатать кровавой иглой и не сокрыть следов усердной стиркой, когда не дух господствует, а плоть. Не оставляйте вольнодумцам шансов кромсать Писание и толковать самим. Страницы Библии не подиум для танцев, на вольнодумство не скажи аминь. С великим целомудрием сродняйся, смиренно мудрее покровы сохрани. Лжетолкователи насильничают ясность и блудодействуют меж строчек и страниц. Обуздывая мысли на молитве, в оглобле толкования святых отцов, хомут канонов не чужой, а близкий, нам совесть многое подскажет и без слов. Мы слышали совет от мудрецов не любопытничать на улицах пустынных, с певицей не сидеть, не наломать бы дров, где чиркнет спичка, там душа застынет. 14 февраля 2005 год. Игнатий Лапкин. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Автор Игнатий Лапкин. Том 12. Вопрос 2656. Евангелие у вас можно читать только по-старославянски? Ответ старообрядцев. В церкви мы пользуемся старославянским текстом, но, возможно, скоро у нас появится и свой старообрядческий перевод. Недавно, например, один из наших иноков, отец Олимпий, живущий одиноко в лесу, перевел на русский язык псалтырь, сверив его с греческим оригиналом. Комментарий Игнатия Лапкина. Только привычка слушать непонятное, заунывное, близко природное нам заставляет думать, что что-то понимаем. Когда на церковно-японском языке что-то бормочет уставщики-псаломщики, диаконы, попы, архиереи, а на самом деле ничего-то непонятно, тьма египетская. 1 Коринфянам 14:19. Но в церкви хочу лучше 5 слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке. Алиапи вроде бы переведет лучше, чем 4 духовные академии, и это не гордость, не превозношение. 4 Царств 9:22.
кого ты порицал и поносил, и на кого ты возвысил голос, и поднял так высоко глаза свои на святого Израилева. Тут ошибка Идите. Была. Ошибка была Олимпий. Просто буква М. Олимпий. Так, Олимпий, да. Да, ну все, считай. Идите, поспешите, возвестите, пустой гробницы зев пусть не страшит. Христос воскрес, да знает остров дикий. Спуститесь в пропасти, взойдите до вершин. Я посылаю вас пройти кромешный мрак и вызволить на свет, кто примет свет спасения. Я всюду с вами. И вызволить на свет, кто примет весть спасения. Я всюду с вами. Преодолейте страх, разбрасывайте щедро евангельское семя. Евангельскую веру насадите, не пропустите дебри и болот. И если встретятся монахи, им скажите, дух непокорства истине туда вас уволок. Скажите им, устройте словом встряску, что надобно идти, благовестить, не в старообрядческую, зарастая ряску, в пустыню знойную скорей несите пить. Кто не пойдет, эгоистично понял спасаться созерцанием по пещерам. Отрекся от меня такой монах, он тяжко болен непослушанием, упорством, дети черни. Дух благодати силой облечет послушников Христовых Аниавы. С пятидесятницы начните свой отчет. За проповедь страдания будет вашей славой. Идите, не сидите, снимите черные хламиды и косички. Ушли вы многие из мира от обиды, вас грозный Иегова с утра на пашне ищет. Стряхните сон богослужебных пений, обуйтесь, поспешите с чудной вестью, укройте, витязи, главу свою спасением, ни дня без проповеди, не сидеть на месте. Кто спрятался, тот превратился в пень, не давший ни семян и ни отростка. В часу 11 шанс какой успеть? Иначе делание ваше в суе под вопросом. 29 марта 2005 год. Игнатий Лапкин. Две минуты отдых.
Так. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Автор Игнатий Тихонович Лапкин. Вопрос 12. Том 12. Вопрос 2657. Как прошли ваши первые полгода в качестве главы Русской Старообрядческой Церкви? Ответ. Жатвы много, а делателей мало. Эти слова Спасителя можно применить к сегодняшнему состоянию нашей Церкви. Поэтому главное внимание приходится уделять поиску, подготовке и рукоположению достойных людей. Кроме того, приходится решать широкий круг вопросов как частного, так и епархиального, регионального и даже международного значения. Очень много приходится ездить по епархиям, приходам, знакомиться с обстановкой на местах. Признаюсь, что ощущаю на себе пристальное внимание христиан и некоторой части российской общественности. Старообрядцы ожидают от меня конкретных решений, перемен к лучшему. Люди внешние хотят понять, способно ли старообрядчество сыграть позитивную роль в жизни современного общества и способно ли оно возродиться. Эти ожидания придают сил, побуждают к действиям и, конечно, налагают большую ответственность. Правда, о каких-то достигнутых за полгода результатах говорить пока слишком рано, да и не мне подводить такие итоги. Комментарий Игнатия Лапкина. Каких достойных? По каким признакам Андриан ищет претендентов на поповскую должность? По тем ли критериям, как и апостол Павел, или по старообрядческой шкале? Нетрудно догадаться, найдет ли последователей евангельской веры или не найдет. Филиппийцам 1.27. Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. 2 Тимофею 2.15. Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины. Иеремия 23.28. Пророк, который видел сон, пусть рассказывает его как сон. А у которого мое слово, тот пусть говорит слово мое верно. Что общего у мекины с чистым зерном, говорит Господь. 1 Тимофея 5.22. Рук ни на кого не возлагай поспешно и не делайся участником в чужих грехах. Храни себя чистым. Игнатий Тихонович, вы здесь? Да, здесь. Да, здесь. А то Оля, наверное, там сейчас. Я здесь рядом с ним стою. Так, сейчас я тогда. Похоже, я отхожу, Сергей Павлович. Все, понял, да. У меня на паузе пока. Все. Угу. Давайте продолжим. Все, Игнатий Тихонович, следите, Оля ушла. Чтобы найти достойных кандидатов, нужно начать их готовить. И только когда через и только года через три будут первые плоды. А пока плакать, что до такого крайне бедственного положения довели истинное старообрядчество, дышащее на ладан 350 лет. Сегодня это образование больше похоже на мертвое море,
или болото, куда не попадет живая евангельская, куда не попадает живая евангельская струя уже 350 лет, а вернее 1500 лет. Иезекииль 37:3. И сказал мне: «Сын человеческий, оживут ли кости сии?» Я сказал: «Господи Боже, Ты знаешь это». Псалом 118, 50 стих. Это утешение в бедствии моем, что Слово Твое оживляет меня. Казалось, что все сказано, пропето, до донышка исчерпан мой ресурс. Начитана последняя кассета, восхвален на компакт-диске мой Иисус. Но утром на молитве ощущаю, в сосуде вновь на донышке водится, обеды готовлю, закипает чайник, желающих прошу за стол садиться. С благословением преломляем слово, шуршат страницы, шелестит бумага. Что беден я, конечно же, условно, 12 коробов томов из-под знамения взмаха. Такое чудо уже 40 лет, незачерствелые краюшки разделяю. Нам главное идти бы точно вслед за Иисусом по своей делянке. Сад ботанический воскликнет побывавший: здесь не червивое сектантское гнилье, не пруд заплесневелый, то есть патриарший, привратник жаждущим такое же нальет. Наш водоем не ржавая посуда, в старообрядчестве застывшие моления. Прожектор Библии разоблачит Иуду и вызволит попавшихся из плена. Приумножение хлеба столь обильно, что ломятся столы и полки на складах. Наш сноп не раз усердно молотили, да зернышко на стол, другим не голодать. Пустыню орошаем повсеместно, с водою чистою ходили по домам. Не зря так тщательно промешивали тесто, пекли целебное в 12 томах. Дом хлеба Вифлеем, где Иегова, в купальне, что ни день, вода вскипает, где послушание справа, там удачно ловят, до сытости едят не иноческой пайкой. 8 апреля 2005 год. Игнатий Лапкин. Спаси Христос за внимание. Отхожу. С Богом. Так, ты помнишь, да, о чем я говорил? Тут Анатолий. Тоже начинайте делать, я жду от вас. Кто по какой папке работает. И когда закончите папку, говорите: закончил, чтобы я тот мог убрать черновики. Я же все тут группирую, закачиваю к себе, от вас скачать надо. Мне нужно точно знать, что закончена папка или нет, потому что у меня уже рабочий стол весь заваленный. Так, Сергей Павлович, будь поаккуратнее. Ты такую тревогу вызвал сегодня. И передай Виталию, это лучший пока тебе заменитель будет на случай неприятностей. Ну, на случай, если что-то случится, любой из вас может позвонить и в группу-то зайти. Доступ-то у всех открытый. Любой может звонок сделать. Я могу присоединиться позже или там... Это... Какая тут трудность-то? Тут я даже не знаю, что передавать. Но время пришло, никого нет. Любой позвонил, да молитесь.
У вас также бывало, что там не было с интернетом что-то или что-то, я не пойму, что передавать. Но передать то, что кто-то первый должен звонить, пусть Виталий, я ему передам, пусть звонит, если я где-то там умер или в больнице, или что-то случилось. Передать должность, это означает время, что сказать, сколько человек можно, в какое время, не проспать, у тебя опыт уже есть, и немалый. Передать Виталию пока, на случай, если ты вот так же потеряешься, как сегодня. Вот у нас Волобуев, знаешь, приезжал все время в Потеряевке, фотографировал, его считали придворным потеряевским фотокорреспондентом. Очень талантливый он. На международных фотовыставках там премии брал большие и первые места. И вот он поехал, какая-то фотосессия в Москве. Ну, он же 50 с лишним лет человеку. Поехал и потерялся. Вот о нем помолиться надо, живой он или нет. Он иногда, мне вчера и говорят люди знакомые, так он, говорит, алкоголик. Этого я сказать не могу, говорю. Я его ни разу не видел пьяным и даже, ну, опохмелялся бы, чтобы он. Курил, да, и то аккуратно. Ну, говорят, значит, что-то есть. Нету его, уехал, и нигде нету. И мне редакция уже звонила, Каспришин Андрей Николаевич, фотокорреспондент тоже. Волобуев. Когда звонил? Ну, а там заряди, Волобуев в Москве, заряди там все данные. Это там... Когда он звонил-то, Волобуев? Когда? В интернете посмотри, Волобоев потерялся, напиши, в Москве, и тебе данные выйдет там, и даже ролики стоят. В этом месяце, в этом. А как, когда, Игнат Тихонович, когда потерялся-то? Ну, я сейчас сижу с тобой разговаривать, я тебя отсылаю к точным данным, мои данные это тоже оттуда. Давно это было-то? Да давно в этом месяце, повторяю, только сейчас сказал, в этом месяце. В ноябре 2019 года. Ну, дату я не могу Понятно. сказать. А этот-то не появлялся, который пророчествовал-то землетрясение-то? Никак, нигде не отвечает. Ему звонил, все. То ли запечатался, то ли что. Я хотел его пригласить, чтобы он у нас побыл на воскресном богослужении, но нету. Никого нету. Как приехал, так и уехал, да, неожиданно. Да, ну никак он тут. Говорил, что батюшке позвонил, что уже устроился на работу, дали квартиру, комнату там. А я позвонил, когда он в аэропорту сидит. Тут как-то непонятно. Солгал. Артем звать его, Быков. Ну, у нас телефоны есть два его, московский здешний и отцовский. Так что в случае чего, можно будет позвонить и узнать. Игнат Тихонович, вопрос, у меня такой совет. Я в этом году хотел же, помните, в Кемерово поехать на учебу по кинологии. Куда поехать? На семинар по кинологии. А где он? В каком В месте? Кемерово летом хотел поехать я. Но? Я уже собрался, уже билеты купил, а потом передумал. Переосмыслил, ну и думаю, ну что я поеду, деньги такие тратить, мне знаний и так хватает. Может быть, там какая-то гордость подступила, что. Ну они, конечно, там ребята-то профессионалы. Вот. Но я не лаптем дело, думаю, как бы. И я отказался ехать, а заплатил 14 тысяч за себя и еще и за Наталью, которая вот собака меня укусила, там мы в Кемерово-то кусали, ну, покупали собаку. Да помните, я с маской-то ходил. Мы вдвоем хотели с ней ехать, там учиться, повышать, так скажем, свое мастерство. Вот. И она передумала ехать, потому что собака такая, ну скажем, негодная для спорта. А мы у них-то ее купили-то. Я им прошу, говорю, вы нам верните деньги, они не возвращают. Вот. И что делать-то? Говорит, в суд подавай. Говорит, ты, говорит, позвонил, отказался. А я, говорит, уже тому заплатил там за самолет, за все, то есть, ну, Ну ладно, как ладно. мне это? Я говорю, Наталья, говорю, я же за тебя заплатил, верни мне деньги. Она, нет, а что я буду возвращать? Ты мне плохую собаку выбрал. 14 тысяч пуху и все, ни те, ни другие, ни это самое. Простить, как бы, ну, попросят прощения, это, ну, скажут или там.
Может, я виноват в этом, что как так? Ну, слушай внимательно. Когда мы были в путешествиях, я позвонил твоей матери, Валентине Арефьевне. А ты с нами был. Я говорю, какое главное качество сына вашего, Сергея Павловича? Ты же знаешь, что она ответила? Тут. Чего она ответила? Легкомыслие, беспечность. Вот и все. Ты же не советовался. Если советовался со мной, я сказал, не надо. Ты знаешь, достаточно. И чтоб деньги платить, да такие тысячи. Ну что, с ума сойти надо. Ну вот и все. Они не отдают, а что ты будешь делать? Суд подавать? Ну подай в суд. Ты прав будешь. Вернут, может быть, подай. Но у тебя должны быть доказательства. Они скажут, а я не брал. А тебе еще за суд надо будет платить. Тысячи. У тебя не то, что там добрый, там простишь, а у тебя выхода никакого нету. За глупости свои отвечаешь. Ты часто отвечаешь, когда минута не прошла, когда тебе сказали. Не то, что проросло. Лицо задумчивое не бывает. Ты сразу раз, и все, голова опять пустая. Легко прям, с одной минуты. Секунды сказал, ну вспомни, разбитый аппарат, когда было, ты же не слушаешься. Вот тебя и опять учат. Так что тебя сочувствует-то и то неохота. Делай, что можешь, по закону. Беспечность и легкомыслие. И спорить начинаешь. Со мной даже споришь. И когда, ну, оставь вопрос хотя бы на неделю, обдумай, помолись. Ну, а потом как-то созреет, хотя бы взойдет. Не прям сразу, как женский характер-то, бабий. Только сказал, на трр, все высыпалось, дырка в мозгах. Я тебе говорил, вот сейчас говорил, когда не ездит туда, наша знакомая поехала. Почти 40 тысяч потратила. А что? Вчера я как раз поговорил, встретились, ничего и не было. Давай хоть интервью возьму, как ты была, тоже не надо. Ну, вы вольные птицы, но деньги-то тратите вы, а не я, и за вас, с вас Бог будет спрашивать. А там делали сбор, чтоб съездить, и зачем приехала, ничего нету. А бабке-то 102 года, с ней повидаться надо. Еще ты увидалась. Она говорит, через 5 минут не помнит, кто с ней разговаривал. Зачем тебе ехать, она про тебя знать не знала. Вы своенравные и глупые. Глупые потому, что ни во что ставите малые советы. Без совета дело не состоится. Вот мне, допустим, пригласительно, еще раз напоминаю, пригласительно никуда-то, к митрополиту, в Америку. Деньги заплатили. Деньги это примерно 1800 долларов. Ну, все как надо. Я не еду. В это время я иду занятия в разных институтах, в университете. И везде поднимаю вопрос, ехать или не ехать. И все это обдумываю, записываю. Ехать, не ехать. Тысячи людей в советниках отвечают по-разному. Теперь встреча назначается Зоей Александровной Крахмальниковой в Москве, писательница, член-корреспондент Академии наук, там и такие звания у ней. И она мне сказала, когда бы были там, была женщина, говорит, это первая жена Булата Акуджавы, там вот какие люди бывают. И она сказала, ехать, вы увидите своими глазами их жизнь, вам не раз еще придется вопросы выслушивать, а вы будете отвечать только то, что прочитали. А у вас может мнение быть абсолютно другое, чем те, которые написали. И я благодарен ей, умершей уже, да упокоит ее Господь. Она ответила правильно. И теперь я рассказал, так я много-много колесил по Америке, везде ездили, все, и выступал, говорил там, и даже по «Голосу Америки» выступал. Теперь я говорю это без подкладок, без прокладок, конкретно вот так. Вот где-то ездим, допустим, в Вашингтон, Сакраменто, Лос-Анджелес, возвращаюсь в Синод, и меня спрашивают митрополит, и епископы еще сидят. Епископ, ну как, понравилось? Я говорю, нисколько. Что же делать-то, говорит они. Уже который раз вы возвращаетесь к нам, и все не нравится. Ну, наверное, собирайтесь, в Жарданвиль поедете, монастырь. Ну, монастырь Жарданвиль, а я, знаешь, как отношусь к монахам. Проповедь? Нету благовестия. Но я кое-что увидел, у них там типография своя. Почему я такой богатый вернулся, у меня все было. Вернулся опять, ну и как?
Я говорю, понравилось. Понравилось? Да, а что понравилось? Я говорю, ночные молитвы. Монахи какие. Монахи там на тракторах ездят, и мне все понравилось. Землю обрабатывают. А тут услышал один архимандрит Арсений. Ой, как его фамилия? Кондратюк, кажется. Вот он мне 12 томов Златоуста подарил, итальянское издание. И он говорит, монахи понравились. А сам здоровый дуб такой. Эх ты, да это шпана там собралась. Вот мы были монахи. А почему? Да у нас одних куриц было там 24 тысячи, 300 коров там, вот я цифры так произвольно называю, а у них еще есть там. Бумажки перебирают, то есть типографии, они издают иконы, это все. Вот они были, у них хозяйство было большое. А сейчас все пропухали, ничего нету. Вот с какой колокольни, каким взглядом глядеть. Я это все взвешивал и взвешивал. И вернулся еще, обдумал и молился. И теперь, где говорю, вот как вчера на занятиях я говорил, и никто не расходится, ты же помнишь. И теперь спасаемся жизнью Иисуса. Я, вы говорили, но никто не коснулся. Жизнью какой период? Вот главное это упущено было. Это Фифилак даже не сказал. Ну и вот так вот. Ты тоже будь очень внимателен. Ты, говорит, прежде чем идти на войну, сядь и высчитай. С 10 тысячами против 20 ты устоишь? Начал строить дом и не хватило. Не будут смеяться над тобою? Так что ты посоветуйся с Севастьяном, хорошим юристом. Он тебе расскажет. А ты можешь сказать, а вот если бы у меня так было, у меня никогда не было и не будет так. Вот почему, так как все остальное надуманное. Чтобы я дал деньги такие кому-то, я телефоном не звоню. На днях позвонил и скорее опять смотрю, сколько у меня в прошлый раз было. И уменьшилось на 9 рублей, на 9, так я стонал полдня ходил. 9 рублей у меня исчезло, ой-ой-ой. А ты тысячами считаешь, богатый, куда? Какие знаешь? Да... Ты меня знаешь, что я занимался не по вашим планам, системам. Я считаю, что это комедия строите, что вы собак дрессируете рядом, да одну команду, конечно, будет выполнять-то. Задерживайте как. Все нарочно, смешное. У нас все на крутом подъеме было. Даже разговаривать с этим человеком нельзя было, он новый. Мало того, еще дорогой его поварить, порвать. Ну вот так, мой совет тебе был, не езди, ты знаешь больше их. У тебя любовь есть и все. Ну, тут ты был 100% неправ. Но они не правы, что не отдают. Они аргументируют то, что не отдают. Ну как, говорит, если бы ты заранее отказался, мы бы на твое место нашли бы ученика. А так мы потерпели убытки, там самолет же это нужно, там все это, то ли лукавство, то ли что, я понять не могу. Какой убыток, когда деньги перешли? Они ни на самолете нигде не были, врут они. Нет, специалист, который учитель, он приезжал из Смоленска. Ну ладно, Я знаю такое, у нас там было, в Потеряевке. Вот в этом году батюшка говорит, так ты будешь рыбу покупать-то? Я говорю, буду. Сколько? Ну то есть заказать... Мальков, не мальков, они уже большенькие, карпы. Ну, я дал 1000 за себя, кажется, 1000 там из-за кого-то. Кажется, 3000 дал. А для меня 3000 это полпенсии. И там остальное собрали там и отвезли ему. В Павловске. А у них там получилось, что озеро осушали. Потом что-то не так было. И рыба сдохла. Им рассчитываться нечем. Алеша подал в суд. Вот, а мне говорят, зачем же он суд-то подавал? Зачем? Его деньги пусть вернут. И он имел полное право. Имел право и простить. А еще ради безбожнику табакуру прощать. Он присвоил деньги, ничего не дал. А на руках у них бумага есть, что он взял деньги и обещается дать там 240 или сколько мальков. Так что ты прав, если подашь. Но знай, что за этим еще что-то будет у тебя новое. У тебя появятся новые враги. И все-таки еще советуйте. Я не могу советовать, но я бы подал в суд. Я судился очень много. 11 лет только свой процесс. 11 лет я выиграл. А стоимость была 11 миллиардов, на что я претендовал. Ну, теми деньгами не деноминированные. Вот так. А как вы отвечаете, когда вас бьют? Я говорю, на каждый удар я отвечаю серией ударов.
Так что тут Ладно, с Богом отошел. Я не смиренный. Сразу тебе скажу, когда отвечал человек не смиренный. Я знаю, где надо смиряться, а где надо восстать. Где Павел говорит, требуй суда кесаря. С Богом отошел. Спаси Христос. Ну, мой ответ тебе может не понравиться, но я люблю тебя. Заметно. С Богом. С Богом. Так, Анатолий, ты здесь? Если здесь, то я жду.